Приветствую вас. Первое, с чего я хотел бы начать свой ответ, это то, что ну, действительно вам, если вы хотели бы погадать, вам действительно имеет смысл перенести свой вопрос в раздел эзотерики, там вам предскажут будущее и скажут, чего вас ожидать. Психологи этого не делают, психологи этим не занимаются, психологи анализируют информацию о человеке и на основе этого анализа как-то помогают человеку через разные способы, техники, приемы, помогают человеку понять себя и ситуацию, происходящую с ним. То есть психологи это больше такие гностически-научные адепты, которые работают с полученной информацией. Вот. Значит, если вы обратились все-таки в психологию и хотите получить свой ответ именно у психологов, то надо сказать с точки зрения психологии, что изменения, которые, которые вас ждут, подразделяются на два типа. Первый тип – это изменения, которые органично вытекают из того, что вы делаете сейчас. Из того, как и чем вы занимаетесь сейчас, то есть я имею в виду, что вот ваша деятельность, которой вы занимаетесь на данный момент, она предполагает определенного рода изменения. И эти изменения будут происходить. С этой точки зрения и при условии, что вы делаете какие-то вещи, занимаетесь какими-то делами, значит, реализуете какую-то деятельность, а в этом смысле есть некоторые изменения, которые в любом случае с вами будут и для которых вам, в принципе, не нужно прилагать никаких усилий формально. Они просто будут происходить в результате того, что вы уже, в результате того, что вы сейчас делаете. Это первое. Второе. Второй тип изменений происходит из того, чего вы хотите. Это, пожалуй, очень важный момент. Дело в том, что ведь если вы задаете свой вопрос, какие изменения меня ждут, да еще и пишете про любовные отношения, то есть вы имейте в виду именно любовные отношения. Значит, вы хотите как-то изменить свое положение именно в личных взаимоотношениях с партнерами, со своими партнерами. И хотите вы построить отношения с этими партнерами. И тогда вам нужно самостоятельно продумать, какого партнера вы хотели бы видеть рядом. Значит, почему этот партнер должен выбрать именно вас в качестве уже своего партнера? Что вы можете этому партнеру предложить? И так далее. Здесь все зависит только от того, как вы будете строить свою деятельность и как вы будете позиционировать себя. Конечно, вы можете ничего не делать, и вы можете стать, безусловно. Но нужно понимать, что тогда все будет развиваться не подконтрольно вам. То есть вот, все будет происходить так, как это вот. Ну, как это предопределено, да, то есть как это не зависит от вас. Если вы хотите брать под контроль свою жизнь, если вы хотите, чтобы все у вас происходило именно так, как вам
хочется, то тогда нужно четко определять для себя, чего вы хотите, можете ли вы этого достичь, насколько вы можете этого достичь, того, чего вы хотите, какие у вас есть средства для достижения этого, есть ли у вас необходимые условия для того, чтобы этого достичь, и начинать активно продвигать свою деятельность. То есть все зависит от ваших предпочтений, от ваших желаний. Именно если мы говорим сейчас о позиции психологии. То есть с позиции психологии все зависит от самого субъекта. Вот как субъект себя поставит, такой у него будет и результат. Результат сам по себе приходит только тот, который приходит случайно. Это может быть хороший результат для субъекта, это может быть плохой результат, но это неконтролируемый результат. Если вы хотите контролировать результат, нужно, чтобы у вас была хорошо организованная деятельность, и вот тогда, при наличии этого, у вас будут те изменения, которых вы хотите. И теперь, опять же, с точки зрения психологии, нужно задать вам вопрос. Какие препятствия стоят на пути такой вашей деятельности, которая бы привела к тем изменениям, которые вы хотите? И вот именно с этими препятствиями психолог может поработать, их убрать и помочь вам таки получить в жизни то, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.